третий в эту зиму, третий этап N-Ring Winter Cup. И мы здесь сегодня приехали 21 февраля. Сегодня день тренировок, только что закончился этап дрифтовой серии Burning Ice Challenge. Кострома приехала на тренировки. Привезли Егора Колесова. Вон он идет, не оборачивается. Пни его по заднице. Итак, господа, третий этап Winter Cup на N-ринге. Это значит, что все будет просто ништяк. Это значит, что нас ждет великолепная, интересная гонка на этом чертовски привлекательном для очень большого количества автоспортивных энтузиастов в спортивном комплексе, в который мы очень любим приезжать. Как зимой, так и летом. На тренировке пока немного народу нарисовалось. В принципе, вот с Гусь-Хрустального команда подтянулась, Кострома и Ярославль. И ребята тоже наши ярославские, там вдалеке детская команда стала. Виктор Николаевич Павлов вдалеке обходит трассу со своими маленькими пилотами, показывает им там что-то. А мы готовимся к началу тренировок. Сегодня наши взоры обращены на Алексея Веденского, номер 11, в классе роток СМАКС легкие. И на Александра Ефимова, номер 95, в классе роток СМАКС тяжелые. Свободные тяжелые, точнее. Не свободные легкие. А это дядя Петя Грашев. В новой шапке, в такой модной вообще. Это Данькина. Это, да, а, Данькина. Так, вот наши жовто-блакитные друзья приехали из Гусь-Хрустального. Судя по звуку, приближается Дайтона Мобиль. Года. Картинг People в работе. Помогают костромичам. Помогают костромичам отремонтировать шасси. Пиу, 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 пиу. Вот он какой. Вот он какой тот человек. Я охуенно приварил. Охуенно. Я просто охуенно приварил. Красавчик. Поздравляем участников соревнований. Доброе утро, друзья! Сегодня 22 февраля. Мы с вами на N-ринге. Вчера тренировки потренировались, покатались, пожарили шашлыков, поговорили разговоры. Немножко по-мужски, как положено, настоящим брутальным мужикам-картингистам. Благо N-ринг нам предоставляет каждый раз бокс. Вот там вдалеке. 17-17 боксы, и в этих боксах мы спокойно обслуживаем технику,
заряжаем аккумуляторы, в том числе еще и ставим столы и общаемся. Сегодня очень морозная погода, абсолютно ясное небо, 24 или 5 градусов где-то тепла. Ой, тепла, хорошо бы. Мороза. Не так много, конечно, участников, как хотелось бы. Мороз, видимо, многих испугал. Но сама по себе организация и все остальное, здесь все опять, как обычно, в полном порядке. В том числе и система телеметрии, которая уже вовсю заряжена и ждет первые заезды. Закончился брифинг. Пилоты возвращаются с брифинга, с административного здания. Сейчас скоро начнутся тренировки по классам. Итак, уже класс свободный, легкий плюс тяжелый на совместную тренировку выдвигается. Первая тренировка сегодня. Вчера тут немножко вроде как подливали лед, но не везде, судя по вот следам от шипов на льду. Но толпа свободных выдвигается на тренировку. Конечно, народу не так много, как хотелось бы. О, погнали. Опять снежная пыль, плохая видимость. Да, снежная пыль. Вообще не видно. Бедные пилоты, они там не видят ничего вообще. Квалификация свободные легкие. Более-менее народ толпой ехать не хочет, чтобы не поднимать пыль. Поэтому более-менее что-то видно. Вот сейчас будем встречать первых квалификантов. Макс Туриев. За ним идет Дима Арсентьев. Позиции пилотов. Загребен первый, Арсентьев второй, Туриев третий, Ревков четвертый, Масеев пятый. Ой, перелистнулся лист. Заканчивается квалификация. Дети, хобби, мини и такие прочие классы. Они все вместе объединены. И готовятся тяжелые. Тяжелых не так много, семеро, по-моему, получается. Легких 11 всего было. Ё-п.
Первый заезд в свободные легкие готовится начаться. На первом ряду у нас Данила Загребин, Макс Туриев, Дмитрий Арсентьев. Второй ряд — Даня Масеев, Артем Ревков. Третий ряд — Алексей Веденский, София Мусатова. Так, Буфалов Никита, Егор Полисов. А, еще Аксенов. Аксенов, да. Никита. Так, поехали. Старт в первом повороте. Первый поворот прошли довольно-таки неплохо. Кстати, вот такой прям снежной пыли не было. Но это потому, что еще не успели ее на большой скорости создать. Итак, Арсентьев, Туриев, Загребин. Толкаются Загребин, Туриев. Куча мала у нас, по-моему, Мусатова, Алексей Веденский и Никита Аксенов. Постояли и поехали. К сожалению, вот так. Даня Масеев, вижу, за кустами там убрался. Итак, встречаем их на подъеме. Дмитрий Арсентьев, Макс Туриев. Артем Ревков. Никита Аксенов. Никита Буфалов. Так, это... Алексей Мусатов, Алексей Веденский. Васенев и Загребин последний. Загребин последний, смотрите-ка. Вот оно как даже. Это значит, видно, там за деревьями произошла какая-то коллизия. Вот сейчас разворачивают, так, номер... А, это Колесов Егор, вот что. Да, это Колесов. Я не понимаю, Масеев, он или лидирует, или так отстал. Походу, отстал. Да, 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 это они за Гребиным. Макс Туриев проходит внутрь. Дмитрий Арсентьев перекрещивает, они обгоняют его обратно. Так, это Ревков и Буфалов. Максим Туриев, Дмитрий Арсентьев. Они оторвались от всего пелетона. Третьим идет Артем Ревков. Далее Никита Аксенов. Никита Буфалов. Данила Загребин. Егор Колесов. Алексей Веденский. Соня Мусатова. Ой, сколько Соня дарит позитива зрителям. Итак, к финишу движутся Макс Туриев, Дмитрий Арсентьев, Даня Масеев. Маклук отстает от них. И тишина только сейчас появляется на горизонте. Четвертым идет, а третий... Идет Ревков, но Загребин его проходит. И Загребин финиширует впереди Ревкова. Далее Буфалов обогнал Аксенова. Дальше Егор Колесов, Алексей Веденский. И там где-то Соня Мусатова. И получается, так, Васенев, еще пилот номер 10. И последний получается у нас Масеев, судя по моим наблюдениям.
станции у нас там есть одна машинка на летней раме. Порядок. Первый заезд тяжелых. Получается у нас Мусатов, Юсупов, Валдин, потом Гусев, Цуцкиев, Ефимов и седьмым стоит Грошев. Да. Вот дети уже покидают трассу и сейчас будет готов. Трек будет готов для заезда тяжелых. 7 человек. Так, все вроде встали. Ничего не мешает стартануть. Так, судьи все разбежались по углам. Вот, Саша, учу, блядь. Первая, вторая, это просто какой-то пиздец. Каждый раз. Ну ладно, блядь. Когда-нибудь он научится, наверное, все-таки. Обязательно надо дать, блядь, полный газ и стоять на месте, буксовать. Итак, Юсупов, Мусатов, Гусев, Грошев, Балдин, Цуцкиев, Ефимов. Вот так вот сейчас они прошли затычный внутренний поворот и помчались вниз. Балдин и там кто еще, Цуцкиев. Ну, Юсупов и Мусатов отрываются. А, и Гусев Александр. Вот сейчас они изменяются местами с Данилом Грошевым. Последний круг, второй Алексей Мусатов, третий Александр Гусев, четвертым идет Данил Грошев, пятый Сергей Балдин, шестой Тимур Цуцкиев и седьмой Александр Гусев. Ну чего ты сошел, не доехал. Понял, господин.
Так, это у нас получается второй заезд тяжелых. У нас в первом заезде на Дайтоне отвалился, сука, рычаг переключения передач. Самое главное, что он потерялся где-то там далеко. И теперь вместо него приварен удлинитель на полдюйма из набора инструментов. Посмотрим, как теперь. А еще мы поменяли звездочку. Если кому-то это интересно, конечно. Так, у нас получается Ленар Юсупов. Сергей Балдин. Мусатов. Опа! Вот это да! На повороте 4 позиции. То есть вот сейчас там Балдин и Мусатов. Короче, Сергей Балдин просто пронзил пелетон в этом повороте. Его вроде бы пытались пройти вдвоем, и Грошев, и вот сейчас Гусев толкается с Грошевым. Но Ленару Юсупову на все эти перипетии как бы и пофиг. Там у нас воткнулся Балдин, Гусев, Грошев, Тучкиев, Ефимов и Алексей Мусатов почему-то торчит там в сугробе. Вот он поехал. Да, он поехал, но, к сожалению, последний. Участники этого заезда ушли на последний круг. Это Алексей Мусатов, который не только что обошел Ефимова. И вот Ленар Юсупов несется к своей победе в этом заезде. С огромнейшим отрывом, гигантским. Только еще Сергей Балдин. Александр Гусев прошел Данила Грошева. Тимур Тюткиев. Алексей Мусатов. И Александр Ефимов. Все, финиш. Третий заезд тяжелых. Легких не снимали, потому что я был занят. Я был занят настройкой очередной заменой звезды на Дайтоне. Пытаемся подобрать передатку оптимально. Так, стартовали Юсупов, Балдин, Гусев, Грошев, Мусатов. Уже прошел Цицкиева. И вот Юсупов и Балдин красиво перекрещиваются. Юсупов закрывает траекторию Балдина. Алексей Мусатов.
каким-то образом. И вот Балдин все-таки идет вслед за Юсуповым. А вот Мусатов и Гусев. И Гусев не хочет отдавать Мусатову третью позицию. Тимур Цицкиев снова пытается бороться с Ефимом. Вот снова наши лидеры. А вот Балдин внутрь заходит к Юсупову. Но! А чё но? Нет, но все-таки но. Он все лезет то справа, то слева от него, пытается его обойти, но пока тщетно, как говорится. Хотя оранжевый комбинезон виден впереди. А это значит, Сергей Балдин все-таки взял лидерство в этом заезде. Вот он едет. И Ленар Юсупов. Даже не на расстоянии атаки. Алексей Мусатов в клубах пыли. Александр Гусев, Даниил Грошев, Ефимов и Цицкиев. Даже это позволило быть не последним. То есть все-таки и жиклер, и передатку. И хоть и рычаг у нас теперь самодельный. Но он и был самодельный, он, теперь он вообще как прям колхозный. Сергей Балдин лидирует. А Ленар что-то сдался, что ли? Прошел Ефимова все-таки. Но тот входит внутрь, обходит его снова. Последний круг этого заезда. Третий заезд тяжелых. Сергей Балдин мчится к победе в этом заезде. И чуть-чуть набирается в рот. Но финиширует первым Юсупов, Мусатов. И очень далеко Грошев, Гусев. И где-то там еще Цицкиев и Ефимов. Гусев, Гусев внутри. Но Грошев все-таки более выгодной траектории проходит. Александр чуть поотстал, хотя ехал в начале заезда. Легкий четвертый заезд. Кто у нас там? Первый ряд Арсентьев, Загривин, Дуриев. Второй ряд Рябков, Бухвалов. Третий ряд Веденский, Аксенов, Колесов. Соня Мустатова, Даня Масеев и Васенев. Не знаю, к сожалению, нет. Номер 10. Не выйдут. Легкий, самый наполненный класс получается у нас, самый быстрый, самый интересный. Ну вот Макс Туриев, Дмитрий Арсентьев, Данила Загребин тут же уже поспевает и Аксенов, и Рябков, и Веденский. Нет, насчет Веденского ошибся, он у меня в сугробе. Да. Вот, злится. Вот он. Засранец, блядь. Так. Итак, Макс Туриев, Дмитрий Арсентьев и Данила Загребин. Артем Рябков. Егор Колесов, Юрий, наверное, Васенев,
Никита Аксенов тоже выколупывается из сугроба. Таким образом, Веденский уже даже не последний. Максим Туриев зря времени не терял и вышел вперед, но Дмитрий Осетин внутри заходит вперед Максима. Максим на более выгодной трек-рейсинге. И Максим Туриев снова первый. Они ушли на последний круг. Так наши лидеры Максим Туриев и Дмитрий Проценко, но все, что угодно может быть. Сейчас еще много шансов. Туриев побеждает в этом заезде, Арсентьев второй, Загребень третий. И далеко-далеко едет Артем Ревков четвертый, София Мусатова пятая, Даня Масеев шестой. Егор Полисов седьмой. Вообще не видно даже, а где он есть? Интересно, где сейчас? А, вон он у нас, Веденский. Охренеть не встать, да что же это такое-то, а? Ну вот, что-то случилось. Итак, это у нас получается четвертый заезд тяжелых. И лидирует человек в оранжевом костюме по имени Сергей Балдин. Но Ленар Юсупов убрался в сугроб. Ничего не видно. Вся эта шобла проехала. Вот Алексей Мусатов. И Дайтоны не видно и не слышно. Заводится там Саша потом меня. Может завести вдалеке. А, вроде завелся. Поехал сейчас. Алексей Мусатов тоже потерял много очень позиций. Вот Дайтону стало слышно снова. Итак, Балдин. Ой, лопнула цепь у Тимура Сискиева. Лезет снаружи Сергея. Там пыль, деревья, и не видно ничего. Да, вперед Балдина вот полез. Видно, я видел сейчас краем глаза. Вот там сейчас, в данный момент, ошибается Сергей Балдин. И Ленар Юсупов уходит вперед, но Балдин проходит внутри. Гусев.
Штатов потерял все позиции, да, вот сейчас вот. Но, по-моему, он едет все-таки, получается, на круг впереди Дейтоны. А вот Александра Гусева какая-то беда. И он остановился прямо в этом повороте. Итак, что наши лидеры? Огромный отрыв. Дальше там получается у нас Тимур Цуцкиев сошел, и вот едет Алексей Мусатов, Александр Ефимов. То есть получается в данный момент сейчас они вот машет походу цепью Александр Гусев. Да, цепь у него в руках порвана. Сейчас они его проедут, и окажутся, и он окажется последним, получается, в данный момент не доехавшим. Но все равно он проехал больше, чем Тимур Цуцкиев. Юсупов прошел Балдина и сильно довольно-таки от него оторвался. То есть, видимо, Сергей где-то допустил какой-то косяк. К сожалению, мы всю трассу видеть не можем. То есть заездника осталось, получается, пятеро. Все участники этого заезда ушли на последний круг, а кое-кто уже скоро будет подъезжать к финишу. А кое-кто — это у нас Ленар Юсупов. Вот он уже с большим хорошим отрывом от Сергея Балдина лидирует. И финиширует первым Сергей Балдин. Где-то там едет, получается, Алексей Мусатов и Александр Ефимов. И двое сошли, Цицкиев и Гусев Александр. Пятый заезд легкий. Егор, не помешаю? Нет. Главное, чтобы не комментировал. Итак, во внутреннюю шпильку входит Макс Туриев, Дмитрий Арсентьев, Масеев, Завер, так, кто там у нас еще? Ой, опять, блин, деревья с белой пылью и ничего не видно. Но вроде никто не остался стоять, да. Все движутся. Так. Арсентьев, Туриев, Загребин, Веденский. Три группы получились: лидеры, середина и замыкающая группа. Макс Туриев пролезает вперед, обгоняя там Арсентьева в этой затычной шпильке. Здесь у нас борьба идет. Ой, сталкивается Мусатова с Осиневым. Мусатова проходит вперед к Осиневу. И теперь лидирует Туриев. Развеется пыль и Денский, Матвеев, Сухов. И Сухов. Еще четверо. И замыкающая группа Смолиса, Аксенов, Сусатова и Роснев. Тем временем борьба идет между Арсентьевым и Туриевым. Но Туриев по-прежнему остается первым. А вот Масеев всерьез прессует уже Веденского. В борьбе за четвертую позицию. Но пока Веденский впереди Данила Масеева. Ну,
Арсентьев лидеров у нас теперь, да? То есть он разобрался с нашим клиентом. Третий идет, а вот Алексей Веденский уже оторвался. И вот за ним идет только там два, а вот Даня Масеев подстал за всем. Ну и Артем. Вот номер 10 восьмерка. И вот там ошибка была у Дмитрия Арсентьева в дальнем повороте. Он почти убрался. Таким образом, Макс Туриев еще вперед. Последний круг, он уходит лидером. Загребен сильно отстал. Третья позиция жестко, четко за ним. Алексей Единский четвертый. По-прежнему Макс Туриев впереди, но Арсентьев уже совсем-совсем плохо. И здесь уже последний круг, это вот такая борьба. Он опять совершил какую-то ошибку Дима и подстал от Макса снова вот этой связки. Максим Туриев лидирует. Последний поворот уже не догнал. Второй Арсентьев, третий буквально. Но потерял скорость, и вот уже Никита Купалов. Но Алексей Одесский все-таки выигрывает эту заездку Купалова. За ними сразу Масеев. Подали Лисков, Полисов, Аксенов, Мусатова и начинается пятый заезд тяжелых, свободный тяжелый. Александр Гусев и Тимур Цуцкиев оба теряли цепи. Стартуют с последнего ряда. Ленар Юсупов уже сейчас лидирует и уже делает себе отрыв. Александр Гусев вырвался на вторую позицию. Сергей Балдин сталкивается с Даней Грошевым. Там Алексей Мусатов под раздачу попадает. Но вроде все продолжают движение, но теряют сильно скорость. Итак, Юсупов, Гусев. Вот борьба идет за третье место. Обгоняет Цицкиев, но тут же Мусатов возвращает. Цицкиев убирается в сугроб и разворачивается вот в этом вот у нас первом, так сказать, повороте после финиша. Такой вот фейл был у Тимура Цицкиева, но продолжает движение. А вот Мусатов Алексей, конечно, очень сильно потерял из-за вот этого тоже своего разворота. И уже на горизонте показываются лидеры. Но это опять же Ленар Юсупов и его сокомандник Александр Гусев, который качественно оказывается внутри, но Юсупов на другой траектории более позволяет иметь себе. И догоняющий теперь всех Тимур Цуцкиев. Александр Гусев во внутреннем затычном повороте только что сейчас прошел Ленара Юсупова, а вот Тимур Цуцкиев опять приуныл, только уже вот походу надолго.
И вот Александр Гусев лидирует теперь уже. Но он снова выбирает узкую траекторию. А вот Инар Юсупов по широкой пустой. Тимур сходит. Ой, зацепились как Грошев и Мусатов. Алексей Мусатов оказывается в сугробе почему-то после этого инцидента с Грошевым. И вот. Но продолжает движение. То есть получается теперь последний там Мусатов. Александр Гусев. Александр Гусев, Ленар Юсупов и Сергей Балдин. Четвертый у нас получается Даня Грошев после инцидентов с, как его, с Алексеем Мусатовым, тоже откатился далеко. Пятый идет сейчас Александр Якимов. На последний круг уходят Гусев, Юсупов, Балдин отстал, две ошибки. Задел сугроб. Очень далеко от него находится сейчас Грошев. И в начале подъема Мусатов. Скорее всего, за этот последний круг Алексей Мусатов догонит Ефимова. Вот он сейчас у него проходит и возвращает позицию обратно. Итак, Александр Гусев. Сергей Балдин. Короче, Даня Грошев, Алексей Мусатов и Александр Ефимов. Шестой заезд легких. Последний на сегодня. Разворачивает Веденского, разворачивает, по-моему, Левкова. Веденский поехал. Итак, Арсентьев, Загребин, Туриев. Не видно больше там ничего. Вот Левков и Веденский теперь едут предпоследний и наоборот, последний и предпоследний. Хотя Веденский стартовал, блядь, с 4-й позиции. Что такое не везет, как с этим бороться? Так, Арсентьев, Загребин, Туриев. А вот Веденский так идет четвертый. Это да, когда он успел-то. Или это был Бухвалов с Ревковым. Они похожи костюмами. Может быть, это был действительно Бухвалов. Не Веденский. То есть Веденский-то нормально идет. Ну что ж, я рад. Как же мне не радоваться за своего дружбана. И Васенёв. Так, Туриев второй уже идет. Оставил Загребина на третьей же позиции. Но дистанция очень маленькая, там до первой ошибочки. И Даня Масеев возглавляет, ой, разворачивает Никиту Аксенова, в него врезается Бухвалов. Но проезжает мимо них все-таки Левков и Васенёв. Но вот Аксенов и Бухвалов-то сцепились очень плотно как между собой. Но поехали. Веденский.
все в полисах Лысакова и Рябков. Синёк, Буквалов и Аксёнов. Арсентьев, Туриев, Загребин и Веденский. На последний круг. Еще далеко. Далеко еще едет группа. Группа возглавляемая. На трассе Егором Крестовым. Аня Масеев где-то потерялся. Аня Масеева не видел в заезде. Ну вот, вот, Буквалов. Получается вот так же. Дмитрий Арсентьев валит к финишу последнего заезда. Максим Туриева потом чихал, затвердел, но он все-таки приехал вторым. Загребин третий, Веденский четвертый. Итак, Полисов получается пятый. Рябков шестой, Усатова седьмая. Буквалов восьмой. Масеев девятый. Васенев десятый и Аксенов одиннадцатый. Последний на сегодня заезд тяжелых, шестой. Вроде все семеро встали, нормально. Кто же? Александр Гусев, Алексей Мусатов, уже второй, Балдин третий, Грошев четвертый, Ленар Юсупов на пятой позиции только едет, вслед за Грошевым Тимур Цуцкиев и Александр Ефимов. Алексей Мусатов прямо по... Разворачивается! Ой, как не вырезается Грошев! Куча мала, просто там куда когти, куда пассатижи здесь, Ленар Юсупов. То есть вот в такой отсутствии видимости чуть ли не в лобовое столкновение вошли Грошев и Гусев. Очень, конечно, блядь, это выглядело довольно-таки страшно. У Александра Гусева там какие-то пластиковые элементы торчат кверху, но он едет. А вот Даня Грошев уже никуда не едет. Там все, по ходу дела. Потому что даже какие-то запчасти. Балдин у нас первый. Усатов второй. У него кусок лопаты торчит вверху, но довольно-таки живой карт остался после такой аварии серьезной. Вот он едет, машет вот этим обломком лопаты, а вообще вся поднялась кверху. Ой, Тимур Цуцкиев приуныл. Вот у него преследует его полоса неудач. То есть Балдин. Ну, Балдин и Мусатов, это монстр. Встречает Гусева. Просто
размолоченным передним бампером, там у него просто нет живого места. Лопата кверху задралась. Интересный заезд получился. Такое мяско довольно-таки мощное получилось этот раз. Брякает у него, короче, едет такой. Ну, надо отдать должное, едет. Едет. Я помню давно, блядь, еще там в каком-то 16-м, что ли, году зимой в Коврове на гонке мне так приложили в карт, что я там зажал этим бампером переднюю ногу. Но я ехал вообще как дьявол, потом просто злой был, как тварь. И ехал гонки быстро. Телеметрия показала, что я там прям, блядь, улучшал свои времена. Безоговорочно лидирует. Просто вообще безоговорочно. Ленар Юсупов наконец догнал Ефимова и обошел его. Александр Гусев, ой, как у меня там хлам, загнул передний бампер. Вот Тимур все-таки наконец-то эвакуировался с трассы. На последний круг уходит Балдин. Сергей Балдин! Вообще, просто Мусатов Алексей отстал с него. Ну, тут полкруга точно. И почему-то нет скорости Юсупова. Отмучился на сегодня Алексей Мусатов. Так все хорошо начиналось, но, как говорится, аревуар. Александр Гусев. И все. Грошев Даниил у нас никуда не поехал, Цицкиев сошел. Итак, господа, вот и закончился третий этап N-Ring Winter Cup, который прошел здесь на трассе Нижегородское кольцо 22 февраля 2021 года. С вами был канал Karting People. Не прощаемся, до новых встреч.